Всем привет! Сегодня у нас сложная задача. Это испытание Солара в нормальных, естественных боевых условиях жесткого мелководья. Наконец удалось выбраться на небольшую речку, которая называется Чимал. Вот она, река Чимал, а это река Куба. И вот здесь они сливаются. У нас в планах сегодня подняться по Чималу, потом скатиться вот сюда в устье и попытаться подняться по Кубе. Что получится, посмотрим. Ну как-то вот так. Все, поехали. Включил? Да. Возле берега, вон там проломать все. Тут мы не пролезем, под кустами мы не пролезем. Сейчас ветки обломаем и пролезем. Руслан, да.
такие места щеками на всех реках. Похоже, наша крайняя точка на Чимале. Поднялись километров на 13-15. Лежит очередное бревно, обтаскивать которое мы не планируем. Времени особо для этого нету. В какой-то веке мне удалось вывести семью в Горный Алтай. И сейчас они ждут меня на турбазе Арида. Сегодня воскресенье, мы должны возвращаться домой. Поэтому дальше, выше, сегодня мы не идем. Чимала речка достаточно веселая, шум небольшой, воды немного. Характерно то, что в прошлом году, во время паводка майского, было круто озеро с речной форелью. И вся форель ушла в реку. Разговаривал с местными. Говорят, что в прошлом году хорошо эта форель ловилась. Нынче у нас, как обычно, смешно даже говорить, не клюет. Но знали мы, что Чимал речка безрыбная. Вот он, первый чимальский хорюжок. Красавец. Взял на переколомну. Грамм 200-250. Thank you.
Вот он, хороший, хороший. О, на течении просто был. Нормальный хорюзок. Расческа! Вон там ступенька, я поэтому так сделал. Лучше здесь по камням проползем. Видишь, съезда нормального нету. Поэтому сделаем по-простому. Залезли в самое. Thank you.
Здесь тоже палевное место. Здесь палевное место, говорю, пиздец. Пока он не пускает, жопа его обходишь. Все, что ли? Да, все, прикинь. О! Еще раз. Все. С окончанием нашего очередного путешествия.